несколько слов об игре. Что можно сказать о своих ребятах? Выполнили ваши настройки, с каким настроением ехали в Тамбов и в каком состоянии ваша команда? Во-первых, это дерби, Тамбов-Липецк всегда был напряженный матч. Запредельный настрой. В этом, как бы, проблем не было. По игре у нас сегодня играл 4-го состава, травмированный. Много было молодежи, но очень довольны, что они справились. Кто-то вообще дебютировал, первый раз играл на месте центральный защитник, Расёк. Справились, выиграли, прервали вот эту неудачу там серию, которая непонятная. Так что мы довольны с этим результатом. По игре, естественно, были ошибки. Много ошибок. Я соперник представлял ошибки инцидента. И сами нехватка мастерства. Но в целом выиграли на выезде, потому что мы результаты довольны. А разница между игрой в первом тайме, ваша подопечная, была во втором? То есть как-то, естественно, то есть атаки как-то было больше во втором, ну, на мой взгляд, допустим. В первом тайме какие-то, ну, перестановок не было, да? Какое-то напутствие было другое, да? Как настраивали? Нет, так получилось. В первом тайме у нас тоже было два выхода, либо один. То есть все равно плюс еще. К полю там еще немножко привыкали, не такого же Антона Диани, но, конечно, по сравнению с нашими игроками. Игра так сложилась, первым забили, втором, может, еще добавили, добили сложный результат. Сергей Иванович, а вот травмы Асташова и Чернышова, насколько там пока неизвестно, серьезно? Ну, пока неизвестно, Асташов, там, нога синяя, что там, планшу перелом. Там ушиб, да, у него все. И к судье вы часто апеллировали, вот как-то что-то вы... Ну, нет, я особо не апеллирую. Надо же общаться. Ясно. Экспериментальный состав «Металлурга» сегодня был. Как вот в целом вы довольны теми, кто влился в состав? Карасев? Довольны, что молодежь была, сыграла на достойном уровне. Так что довольны. Естественно, были ошибки, здесь не прикольно, но в целом справились. Ясно. Надеетесь, что ко вторнику более стадион «Металлург» хоть как-то приобретет? Есть какие-то предпосылки к этому? Не знаю. Вопросов нет? Кому можно знать?